Повертаємось до вас, як і обіцяли. Після 8-ї години будемо спілкуватися із цікавим гостем. Сьогодні до нас завітав Андрій Уткін. Це людина, яка багато подорожує і має що нам з вами розповісти. Тож доброго ранку. Доброго ранку. Доброго утра. Перший раз маємо змогу спілкуватися з людиною, яка побувала у близько 30 країнах, а може й більше, так? А, я не читав, точно не знаю. Але це дуже цікаво, тому що зазвичай у людей якийсь комплекс, стереотипи, що це дуже дорого, не потрібно, можна відмовитися, можна щось матеріально вкласти. Як у вас так сталося, що ви зрозуміли, що от подорож – це ваше? Зараз я розкажу. Ну, почнемо з того, що я вивчив англійський язик. После этого я имел возможность работать с иностранцами, с канадцами, с американцами, с англичанами. Наши взаимоотношения росли, и мои друзья, новые друзья, начали приглашать меня к себе в гости за границу. Вот. И первое мое путешествие было в Англию, и очень, очень было интересно, потому что, как бы, когда я учил английский, вы, наверное, все помните фразы со школы: «London is the capital of Great Britain». Вот. И когда я приехал в Лондон и был на тех местах, где Big Ben, Tower Bridge, Гайд Парк, вот, и вот эти все места начали для меня оживать. Был в тех местах, где снимался Гарри Поттер. Ну, это было очень интересно. Сколько вам тогда років было? Мне было 22, где-то 23 года. Ого. Первый раз, да. Что еще могу сказать? Могу сказать, что вот, например, я не понимал, зачем мне нужен английский язык, да, в школе, к примеру. Но вот когда я приехал в Лондон и покупал билет, и объяснил, куда мне нужен билет, и меня поняли, мне продали билет, это был вот определенный драйв. Когда мне нужно было куда-то дойти, я запутался в улицах, я подхожу к полицейскому и спрашиваю, как дойти. То есть он меня понимал и объяснял. І це дуже приємно, дуже цікаво було. Тоді розуміється сенс навчання на англійській мові. І тоді, да, соответственно, розумієш, зачем нужен був англійський язик, і що він має, ну, определенний смисл і вес, крім того, що це, ну, як, це розширяє кругозор мислення, ти починаєш думати по-другому, ти починаєш вміщати в себе другу культуру. Ты думаешь, например, что вот у нас в Украине делается так, и это правильно. Какие-то процессы, которые происходят, это правильно. Вот, и начинаешь путешествовать, видеть, как поступают в других странах, рабочая этика и так далее. Ты понимаешь, что, как бы, ну, можно что-то у нас и менять в стране, и в своей жизни, в своем поведении, в подходах к работе и так далее. Цікаво, как вы выбираете, в какие страны хотите поехать? Я не всегда выбираю, куда я могу ехать или хочу ехать. Иногда зависит от работы или от того, куда приглашают друзья. Угу. Чи є якась країна, де вам не сподобалось категорично? Категорично? Я думаю, что в каждой стране есть какие-то свои плюсы и какие-то свои минусы. В каждой стране есть люди интересные и, ну, неинтересные, скажем так. Но я думаю, что в каждой стране есть что-то поучиться, чтобы выделить какую-то страну, где мне не понравилось. Або вас что-то дуже здивувало и обурило? Меня обурило, когда я был в Парагвае. Это в Южной Америке. Парагвай – это соседка Бразилии. Угу. Вот. Там богатство и бедность живут практически на одном квартале. То есть с одной стороны улицы живут или роскошные дома, виллы, буквально через дорогу, через 30 метров там просто, ну, беднота. Люди живут в каких-то домах из картона сложенных, там выливают остатки прямо на улицу. Вот это, наверное, самое шокирующее было для меня. А чи можете перерахувати, що згадаєте, в яких країнах ви були? Ну, давайте, самые интересные. Начнем с Южной Америки, с Северной Америки – это Америка-Канада. С Южной Америки – это Бразилия-Парагвай. В Европе я был в Швейцарии, в Англии, Польша, Венгрия. Это все, наверное, были. Германия, Голландия, был Грузия, Армения, Азербайджан, Молдавия, соответственно, Россия. Вот. Это так очень быстро. Ну, такий багаж, знаєте, ну, для нас дивний, тому що багато країн. А скажіть, будь ласка, де найбільше вам сподобалось? Хорошо. Несколько моментов. Мне понравилось в Грузии, если, может быть, это вас удивит, может, нет.
Вот. Кухня їхня сподобалась. Мені понравилась Грузія, когда менял ее Саакашвили. Вот его сейчас пинают, бедного. Вот. Но мне очень понравилось, потому что это первая страна, где я увидел, как дети играют с полицейскими в их машине. Вот вы можете себе представить, чтобы украинские дети вот лазили по коленкам у полицейского, лазили у него в машине, смотрели там, как дела, и полицейские адекватно реагировали. Вот это вот что-то непонятно. Опять, следующий случай в Канаде. В частном секторе зимой ехала тоже полицейская машина. И детвора играла в снежки, и они начали обкидывать полицейскую машину снежками. Вот эти полицейские вышли, что вы думаете, они сделали в ответ? Они начали играть с детьми. Вот давайте сделаем эксперимент, девчонки, зимой спрячемся и обкидаем полицейскую машину. Вот какая реакция будет? Нас заберут. Вот, я предупреждаю, я умею быстро бегать. Вот, очень, ну, это очень интересный опыт, я думаю. Оно, он показывает менталитет. Вот, скажем, мне трудно представить, чтобы мы могли обкидать машину полицейского в шутку. Это даже в голову нам не придет, да? Вот, а в других странах очень доверительно относятся. Мое последнее путешествие было в Америку на Новый год, на Рождество. Конечно, это меня шокировало в приятном смысле, потому что Нью-Йорк украшенный. Очень богатый город, очень красивый город, разнообразие культур. Ты идешь по улице, и все голоса, которые ты можешь себе представить, слышно. Вот. Ну и, конечно, очень красиво, когда на Новый год, самый Новый год, я был на Манхэттене, на Таймс-сквер, там выступала Марайя Керри, другие какие-то звезды. Было холодно, они там закутанные были все, и мы закутанные были, когда этот хрустальный шар касался, там, да, опускается. Вот, это то, что я видел много раз по телевизору, и вот это вот все вживую видишь, это очень интересно. Ну, справді, навіть слухати, так, і мурашки по шкірі бігають, мені побачити. Мені одразу являвся сам удома. А мені друзі, Times Square. Так, до речі, ви говорили, що насправді організувати собі поїздку не так складно, як хтось може собі уявити. І, можливо, не так дорого, не такі захмарні ціни, як думають собі люди. Розкажіть, як організовуєте? Хорошо, я об'ясню. На самом деле сейчас это все делать очень просто, потому что у каждого под руками смартфон, интернет. Есть платформы, которые выискивают самые дешевые билеты, самые дешевые маршруты. Есть платформы, где ты можешь найти дешевое жилье. То есть это уже все, очень все доступно. Единственное, что может быть маленькая проблема, надо знать английский язык, но и на русском языке эти все вещи есть. Когда я путешествую, я смотрю билеты наперед и просто вбиваю туда, куда мне нужно ехать, и мне система уже показывает, куда, как можно дешево доехать. Вот, я все планирую с помощью смартфона, все это делается очень быстро, аби были деньги. Угу. І ви говорили те, що летите не з України часто, а з європейських країн, тому що це дешевше, як я розумію. Іноді дешевле виїхати в сусідню Польщу до Кракова або до Варшави, де літають лоу-кости внутрі Європи, і тоді путешествия дуже дешево, особливо внутрі Європи дуже дешево виходить. Це дуже хороша порада. Так, дивіться, ви прилітаєте, приїжджаєте до нової країни, і обов'язково треба подивитися визначені місця. Чи ви користуєтеся послугами екскурсоводів, чи все ж таки самі якось все шукаєте? Перед тем, как ехать в какую-то страну, конечно, я делаю определенные исследования. Какие самые популярные места, и потом, соответственно, выбираю, что мне интересно. Потому что, как бы, здания, они есть здания. Вот, мне интересно быть в местах, где есть какая-то историческая привязка. Вот вы говорили «один дома». Я был в Нью-Йорке специально по тем местам, где снимались определенные сцены из «Один дома». Ого. Тоже было интересно, где мальчик с этими голубями возле моста, если вы вспомните. Ого. Может быть, потом вспомните в парке в Нью-Йорке. Вот, вот какие-то такие интересные фишки. Потому что здание посмотреть — это да. Вот я был в Вене, мне интересно было посмотреть, где жил Моцарт. Вот такие вот места мне интересны. Интересно места там, где... Вот мне не интересно, например, лежать там тюленем на пляже. Мне интересно ходить где-то, интересно что-то лазить по скалам. Вот такие вещи мне интересны. Угу. А як часто на рік ви подорожуєте? Скільки це подорожей? Как правило,
Одно-два – это стабильно. Если в ближнем зарубежье, мы иногда часто выезжаем. Венгрия, Польша тут совсем рядом. То есть это может быть в целом 5-6 раз. Считая ближнее зарубежье. А що можете сказати? От ви сказали, там знімаєте собі житло, харчуєтеся. Де найдешевше, найякісніше? Де навпаки, в якій країні дуже дорого? Ну, наприклад, в хостелах дуже часто люди просто не довіряють, так? І не хочуть там зупинятися. Чи були у вас такі? У мене дуже приємний опит остановки в хостелах на самом деле. І в європейських, і в американських. Там дуже чисто, дуже уютно. Очень аккуратно, там есть охрана, там есть видеонаблюдение. Я сам с опаской, когда вот бываю в хостелах, но на самом деле там нету ничего страшного. Значит, цена хостелов внутри Европы, она практически одинакова. Она колеблется от 10, 15, 20 евро в сутки. Вот, поэтому я считаю, что это довольно-таки доступные цены, я считаю. Угу. Наступна ваша подорож, і ми так знаємо, це буде подорож до Португалії, саме в Лісабон, на Євробачення. Так. Чому ви вирішили, що ви маєте поїхати на Євробачення? Ви великий меломан, шанувальник, можливо, нашого меловіна. Так. Чи вперше ви будете, до речі? Так. В Лісабоні я стараюсь в одну страну, если не по работе, то как бы мне одного раза хватает, чтобы съездить. Угу. Если понравится, то, конечно, я бы с удовольствием поехал второй раз, если будет возможность и правильная компания. Вот. Что касается Португалии, то я со своим другом думал, куда поехать, чтобы поездка имела какой-то смысл интересный. Вот. И как бы мы посмотрели и услышали за Евровидением. Португалию я набрал, посмотрел стоимость билета, проживания. Оказывается, это совсем недорого, вот, поэтому мы быстренько все зарегистрировали. Мне заняло все в течение часа с помощью моего смартфона купить билеты, зарезервировать жилье. Поэтому я следил, конечно же, я следил за Евровидением, вот, следил за тем, кто у нас будет выступать. Мне понравилось выступление Меловина. Я буду с радостью болеть за украинца, который будет выступать за Беларусь. И на самом деле я буду не выступать, а болеть за хорошую музыку, потому что Лиссабон будет центром европейской тусы, скажем так. Вот. А это всегда интересно, это всегда новые знакомства, это всегда новый опыт. А куда это приведет, не знаю. Ви їдете на півфінал чи на фінал? Ми їдемо на все Євровидіння. Не знаем точно еще, на какое из выступлений мы попадем, но мы обязательно всегда будем в фан-зонах, общаться с людьми, говорить, что мы с Украины, приезжайте на Украину, это классная страна. Вот. Ну і будемо боляти. У нас вже приготовлені флаги, так що все. До речі, щодо України. По цілому світу ви подорожуєте, а ще по Україні. Чи у всіх містах бували? З удовольствием. Я вам скажу от що. Мої друзі говорять, що зачем ти возвращаешься там з Америки на Україну? Ведь потому що всі хочуть поїхати в ту Америку. Но я думаю, что у людей есть ошибочное мнение насчет Америки. Они думают, что они приедут в Америку, там деньги растут на деревьях, ты их просто идешь и собираешь, и классно живешь. На самом деле не так. В каждой стране есть какие-то свои подводные камни, какие-то сложности. Вот. Что касается Украины, мне нравится наш менталитет, общительность людей, добродушие. Понятно, что у нас есть и сложные люди и так далее. Вот, но Украину я не поменяю, я надеюсь, не поменяю, если уж совсем гайки не зажмут. Что касается путешествий по городам, да, я был в очень многих городах. Я отслеживаю интересные места, куда можно поехать. Я для себя узнаю, что на Украине очень много интересных мест, где я еще не был. Последнее мое путешествие по Украине было несколько месяцев назад, какое-то время назад я был в Кам'янці-Подільському. Очень мне понравилось это место, я для себя открыл огромную массу интересного опыта и культуры, и истории, и так далее. Угу. Тобто Україною також варто подорожувати? Абсолютно, абсолютно верно. Українці до кінця не знають, наскільки класно, наскільки много інтересних міст на Україні також є. А якщо порівняти Україну із іншими країнами, де ви бували, яка різниця, що є спільного, можливо? Менталітет різний. Значить, в Америці
Ну, это очень большой сложный вопрос. Я розумію, не можна порівняти так з усіма країнами? Звісно, нельзя, но мне ближе, скажем, мне ближе європейський менталітет. Знаєте, у нас є вот чувство общини більше. Значит, ну, в моєму представленні, то, як я розумію, значит, западное общество, оно более закрытое, да? Вот прийти в гості как-то наобум у тебя не получится. То есть надо наперед звонить. В принципе, и у нас такое есть, но в принципе у нас это как-то лучше. Вот, прийти вечерком с друзьями пообщаться. У нас гостиниша, да, однозначно. Вот, поэтому, скажем, у кого какие ценности? Для меня ценности — это общение, для меня наша культура, наша страна. Вот, для кого-то ценности — это деньги и комфорт. Люди стремятся в Европу, в Америку и в другие страны. Поэтому я бы сказал, вот культура нашей страны, общение людей, доброжелательность. Ну и все мои друзья, все мои корни здесь, поэтому пока я здесь. Ну, ось ви подорожуєте і однозначно заводите нові знайомства. Чи знайшли друзів якихось хороших таким чином? Ну, друзья — это понятие такое. Конечно, я нашёл, у меня есть много знакомых друзей практически на всех континентах, с которыми я периодически общаюсь, потому что у всех есть Facebook, у всех есть Instagram, мы следим за движениями, кто где, когда находится, иногда встречаемся, если где-то наши пути пересекаются. Да, и, ну, многие поездки, они состоялись из-за того, что вот, например, мы встретились где-то в Европе, разнакомились, да, вот, и потом они уже приглашают к себе в гости, и мы к ним едем. Чи часто ви запрошуєте до нас в гості? Всегда приглашаю, честно, всегда я приглашаю людей, иногда приезжают, иногда говорят, подумаю, но из-за того, что вот у нас такая ситуация в нашей стране, и из-за того, что люди чуть-чуть боятся, хотя не знают полной картины. Но я надеюсь, семя посеянное, оно когда-то возрастет, и мои друзья еще приедут. Многие, которые не были на Украине. Так, гарно дякуємо, що завітали сьогодні до нас у гості. Ще наостанок побажайте нашим телеглядачам. С удовольствием побажаю, пожелаю. Когда я уходил из школы, еще раз вернусь к этой теме, я не знал смысла английского языка. Для меня поездка в Польшу была... там, или Нерідгаза, Венгрию, это что-то космическое. Я никогда не думал, что я попаду в Америку, в Канаду или какие-то интересные страны. Вот. Но английский язык мне очень пригодился. А сегодня, в наше время, когда границы очень открыты, я с полной уверенностью могу сказать, что человек, знающий английский язык, который имеет какое-то стремление, желание, он может жить и работать практически в любой стране мира. Потому что в мире очень большой недостаток кадров. Кадров, точнее, много, но хороших квалифицированных кадров мало. Вот, поэтому любой человек, который при желании, при возможности может себя реализовать в другой стране, много путешествовать, общаться. Поэтому мое пожелание — учите английский язык. Так, гарно дякуємо, що завітали до нас сьогодні. Бажаємо вам успіху. Ну і, звичайно, коли там проїдете ще 100 країн, обов'язково до нас приходьте. Так, а ми рухаємося далі. Саме зараз до уваги наших глядачів кіноафішу, як я розумію, так? А після цього випуск новин, тому ні в якому разі не перемикайте.